Здравствуйте! Сегодня на обзоре кейс для оружия Elite от бренда MTAC. Кейс исполнен из неубиваемого нейлона плотностью 1000 денье. Материал имеет двойное сопротивление трению и обладает высокой стойкостью к различным видам механических нагрузок. Не боится влаги и воды, устойчив к термическим нагрузкам. Чехол запирается на молнию UKK, аналогов по надежности которой в мире тяжело подыскать. Прочая фурнитура представлена брендом Wujin Plastic. Кейс довольно жесткий, чего удалось добиться благодаря демпферным вставкам из вспененного полиуретана, которые вшиты по всему периметру чехла. Такая конструкция надежно уберегает содержимое при падениях и прочих нагрузках. Кофр имеет 4 системы ношения. Первая по классике вертикальная, которая имеет две стропы из нейлона со страховочным велкрозамком. Стропы обшиты вокруг кейса, и при натяжении мы тянем не за тело чехла, а за ту же стропу. Поэтому разорвать такую конструкцию практически невозможно. Вторая система состоит из двух прочных лямок заплечного ношения, которая расположена под защитными накладками на велкрозамках. Достаточно распахнуть защиту, и мы получаем полную плечевую систему ношения, которая по удобству абсолютно не уступает любому рюкзаку. Стропы имеют плечевые накладки, систему регулировок по длине и грудную стяжку, которая помогает плотно усадить кейс на спине. Чуть ниже, также под защитной накладкой, расположена поясная утяжка, она же может служить лямкой для ношения кейса на одном плече по типу сумки. С другой стороны, вшита еще одна мощная нейлоновая петля для обратного охвата. Плюс к тому, на фронте и под вертикальной ручкой вшиты 4 парных стропы на фастексах, благодаря которым можно жестко стянуть кофр в случае перегруза. То есть, как бы ни был нагружен наш чехол, независимо от расположения центра тяжести, его в любой ситуации можно удобно расположить на плече, спине или в руках. Конструктивно кейс имеет два основных отдела. Первый, центральный, оснащен крепежными системами для переноски оружия с возможностью вертикальной регулировки утяжек на велкрозамках. По обеим торцам имеем гаражи для прикладов. На передней стенке вшиты два больших кармана на велкрозамках для хранения боеприпасов, инструментов и средств для чистки оружия. Второй, внешний отдел, чуть меньше размером, также оснащен крепежной системой для переноски оружия, имеет два больших кармана. Здесь, кроме прочего, вшита большая велкро-велюр-панель для размещения кобуры короткоствола или запасных магазинов на креплениях велкро. С внешней стороны кофр имеет три удобных кармана быстрого доступа на молниях со страховочными замками на бегунках. По центру вшита панель велкро для размещения информационных шевронов и патчей. В итоге кейс для оружия от бренда MTAC по своему функционалу вполне способен заменить большой походный рюкзак. Поэтому, придя на стрельбище или охоту, мы всегда имеем под рукой самый полный набор оружия, боеприпасов и прочего оборудования. Кто хочет узнать больше про новинку, все ссылки под этим видео. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте. Всего доброго, до свидания, до скорых встреч!